scouts ready. Ready for duty. Go ahead. Знаешь, мне кажется, они просто ударят арт-ударом. И, собственно, все. Скажи, когда атаку начинать. Хорошо. Я жду. Я скажу, сейчас, еще полминуты. Так, мы сейчас разведаем заодно. Давай, пока вот здесь атакуем. Атаку за императора! Вперед! Предлагаю развивать успех здесь еще. Мы захватим их клещи. Ты что задницы не подставляешь? Не подставляем задницу, и бока не подставляем. Решил подарить им победу, блин. Ну, фаил очевидно же. Не, ну как же это не...
Помоги на левом фланге с Сентинелем, прошу. Нету лимита. Атакуй пехоты тогда на левом фланге, прошу. Пошли какие-нибудь, хотя ладно. Мы это сделаем лучше. Да все, я уже посылаю солдат. Я вот сюда вот куда-нибудь. Моя пехота слишком легкая и хилая для этого. Понял, послал уже. Как они это пережили, бомбарды и вся техника, ебаная загадка. Ну ладно, сейчас все сделаем. Что они за неуничтожимая борьба?
бомбарда, а? Серьезно, я восхищаюсь этой штукой. Она еще и лондак и Веймблейд ваншотает, между прочим. Да, я бы не сказал, что ваншотает. Не, ну она может его сжечь. Ваншотает, я серьезно, сжигается он ваншотом. Слушай, я ей с Веймблейд воевал и не ваншотал. Слушай, я убил 3 Веймблейда и 5 ландаков ей, и все ваншотки. А я так и не убил ей ни Ландака, ни Ландрейдера. Слушай, куда ты стрелял-то, чтобы их убивать? Ты про что? Куда она их ваншотает-то? Корпус стреляй, желательно в заднюю часть. Ну вот. И такие ваншоты. По крайней мере, если это делаю я. Какая магия. Рэд стрелял все-таки не туда. Если там скрывался кто-то, то да. К счастью, они решили, что они могут им атаковать с правого фланга. И все силы туда перевели. Сейчас они поймут, что ошибались. И будет весело. Мы просто берем их в клещи. Понял? Отправляю тебе на помощь солдат своих. О, как они там окопались, а? Аж приятно. У меня там один этот самый дерзкий лемон-луз был.
нифига не тащит. Ну, по-любому же сидят. Да ладно, будем считать, что это мой план. Имперский аванпост тоже не занимается, да? Ожидаем. Знаешь, я думаю, я сейчас даже Фемонрус просто снесу сам. И буду играть и буду по артиллерийской поддержкой. Полагаю, там проще космодесантом при нормальном арт-ударе затащивать. Интересно, достану?
Да обойди ты его просто. Спокойный. Нет. Так. Нет, получится. Все силы сюда, быстро! Тащи свои танки и так далее. Есть кое-что проще и кое-что интереснее. Короче, я подумал, что у нас мало ландаков. Посылаю сразу два. Твою мать! Что такое? Я врезался в топливо! Кажется... А нет, все, он так уничтожен! Ты просто въехал в топливо и он сгорел, да? Да! Впрочем, ничего нового. А, ну давай, заезжаем! Заезжаем! Слушай, шпузишь, ты теряешь половину техники, которая едет, да? Техники больше. Быстро и всю технику, блин, ты иди ко мне, быстро! Успокойся там уже, я их выдавлю. Да быстрее, давай, да посылай свои танки, быстро! У меня один танк, он застрял. Я говорю, я их артиллерии всех выгнал. Сюда, вертолет, быстро делай! Слушай, тут может быть реальный эффект на буферного водителя. Похоже, танк путает право и лево. Это карта плохо построена. Деньги вызвать. Хотя не, она застрянет. На, сволочь!
Да, классно. Нижние настройки производительности. Вовремя так. С другой стороны, битва планирует. Слушай, я прошу тебя, но отправь ты все свои силы на правую точку. Прошу тебя, как друг друга прошу. Давай, пожалуйста, отправляй. Слушай, не так со всех ног набегают. Я что-то не заметил. А у меня... Ну потому что у меня все силы, это три артиллерийские платформы, которые сейчас... Зачем ты их брал, а? Зачем ты брал-то говно? А за тем, что они так-то сейчас игру тащили. И сносили. И хрена не тащили. В формате. Ну да, конечно. У тебя войска сами по себе все сносили перед собой. Это, ну, наверное, да, ты были настолько мощные и тяжелые, что оставляли кратеры в полуоком. Значит, у них у всех болит поясница. Сколько же нового я узнал об этих гвардейцев? Раз на первой линии.